Новости на канале СТВ, в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. Президенты Беларуси и Азербайджана будут содействовать развитию политического диалога между странами, укреплению высокого уровня доверия, взаимопонимания и сотрудничества. Об этом сказано в совместной декларации, которую подписали Александр Лукашенко и Ильхам Алиев в Минске накануне. Лидеры регулярно обмениваются визитами, что только подтверждает, политическая воля для диалога есть. Об итогах переговоров расскажет Наталья Бреус. Во Дворце независимости прошло сразу несколько раундов белорусско-азербайджанских переговоров. Президенты назвали их эффективными и результативными. Было заметно, что Александр Лукашенко и Ильхам Алиев общались как друзья и единомышленники. Они видятся почти ежегодно, каждый визит как политическое подтверждение стратегического характера белорусско-азербайджанских отношений. Закрытых тем и проблемных моментов нет. Беларусь и Азербайджан согласовали программу социально-экономического сотрудничества на ближайшие 10 лет, плюс к этому договорились о взаимодействии в области обязательного государственного социального страхования. Вместе будут работать и ученые двух государств. Начиная с 2006 года, когда были открыты посольства, страны смогли увеличить товарооборот до 330 миллионов долларов. Непростая экономическая ситуация в мире такова, что нужны новые идеи и направления для сотрудничества. Мы действительно договорились о конкретных направлениях сотрудничества. От, откровенно скажу, ВПК до нефтепереработки. Смысл один. Нет ничего закрытого. Мы абсолютно открыты для своих друзей с Азербайджаном. Я очень ценю наши дружеские, абсолютно братские отношения двух стран. И Ильхам Гейдарович, только он знает, сколько нам надо было времени и труда, чтобы выстроить эти отношения. И потерять мы их не можем. Мы об этом тоже говорили с президентом, подкрепляя это конкретными фактами. Мир сошел с ума. Вы видите, что происходит. И в этом бурном, непредсказуемом мире нам сегодня жить, точнее даже выживать, и мы держаться должны друг друга для того, чтобы противостоять тем угрозам, которые сегодня существуют в мире. Кроме проектов по промышленной кооперации и сборке белорусской техники, Беларусь предлагает прикаспийскому государству наладить поставки автобусов и поездов, а также участие в совершенствовании транспортной инфраструктуры. Мы готовы создавать с Азербайджаном кооперационное производство по переработке их сырья с последующим выходом на рынки третьих стран. Мы должны больше уделять внимание взаимной торговле и в том числе импортировать те товары, которые мы импортируем из других стран, собственно, из Белоруссии в Азербайджан, из Азербайджана в Беларусь. Создание совместных производств уже имеет хорошую историю, и тому пример Гианчжинский завод, где за очень короткое время, меньше чем за год, было налажено производство по белорусским технологиям. Сегодня этот завод является важным промышленным объектом на территории Азербайджана. Мы готовы рассматривать вопросы создания других производств с белорусскими технологиями в Азербайджане, а также создания перерабатывающих производств по переработке сельскохозяйственных товаров азербайджанских в Беларуси. За последние десятилетия белорусско-азербайджанские отношения прошли проверку на прочность. Как будет развиваться сотрудничество, обсудят президенты в следующий раз уже в Баку. Алиев пригласил приехать белорусского президента с визитом. Наталья Бриус, Валерий Науменко, Сергей Капустин, телекомпания СТВ. В эти минуты готовится к эфиру итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». И вот некоторые ее темы. Беларусь-Азербайджан. Новые горизонты сотрудничества. Мы сделали большой задел, хороший фундамент создали для наших отношений. У нас нет никаких ограничений по вопросам сотрудничества с Беларусью. Анастасия Иванникова заглянула в белорусско-азербайджанское будущее. Партнеры приоритетные и стратегические. Новогодняя сказка или импортозамещение? Какие могут быть игрушки? Скорее всего, это было бы дешевле. Ирина Живаева. Отечественное против заграничного. Кто кого? Кто же возьмет в руки волшебную палочку и распишет, наконец, правила игры для белорусского рынка новогодних игрушек? Взрывчаткой и пистолетом в сумке. Что произошло на Минском вокзале?
Татьяна Ревизори. Безопасность как система. Но остаться незамеченным удастся едва ли даже здесь. Особенно с таким-то багажом. Почему некоторые торговые сети не любят белорусское? Ряд обращений отдельных организаций, производящих отечественные строительные материалы, о том, что имеется проблема с поставкой этих материалов в магазины. Яна Шипко задалась вопросом, спрос решает не все. А ламинат у вас чей? Да ладно, и белорусский? Какой хоккей нам нужен? Достижение проблемы белорусского спорта номер один. Пора переходить на окупаемость, самоокупаемость. Есть клубы, пусть зарабатывают деньги. Эти и другие наиболее заметные темы уходящих 7 дней в итоговой программе «Неделя» с Евгением Гориным в 19.30. Оранжевый уровень опасности в Беларуси. Мокрый снег и гололед. Непогода может стать причиной задержки некоторых авиарейсов, предупреждают в Национальном аэропорту Минск. Такой характер погоды сохранится до конца следующей недели. Это требует предельной внимательности и от автолюбителей. Госавтоинспекция напоминает о необходимости сменить летнюю резину на соответствующую сезону. С 1 декабря недобросовестных автовладельцев и вовсе будут штрафовать. Снег не стал неожиданностью для коммунальных служб. На дороге вышла специальная техника для расчистки дорог. Зима прошла, надо одеваться теплее, работать. Не надо бояться за скользкие дороги, потому что работают специальные службы. Работать надо в любую погоду, да, и дождь, и снег, и жара. Конечно, радость есть. Совсем по-другому дышится. Первому по-настоящему снежному дню больше всего радуются дети. Во дворах то и дело встречаются снежные бабы, а на запорошенных машинах появляются признания в любви. Уже завтра, по прогнозам синоптиков, к мокрому снегу добавится сильный ветер. Во французской столице открывается конференция ООН по вопросам изменения климата. В ней примут участие лидеры 80 стран. Главная тема форума – проблема выбросов в атмосферу парниковых газов. После недавних терактов власти Франции усилили меры безопасности и запретили защитникам окружающей среды проводить акции. Тем временем многотысячные демонстрации активистов-экологов состоялись во многих других странах мира. В столице Индонезии Джакарте сотни человек несли по улицам плакаты с призывами к властям снизить зависимость страны от углеводородов и начать развивать альтернативные источники энергии. Сегодня Индонезия занимает 5-е место в мире по выбросам в атмосферу парниковых газов. В эстонском городе Тарту одновременно прошли митинги и в защиту беженцев, и против их прибытия. Нарастает напряжение вокруг ситуации с мигрантами и в Македонии. Накануне власти страны в срочном порядке стали возводить забор на границе. Заграждения похожи на те, которые возвела Венгрия на границах Сербии и Словении. Напомню, руководство балканских стран заявило, что их границы останутся открытыми только для людей, бежавших из военных зон в Сирии, Ираке и Афганистане. Все остальные признаны экономическими мигрантами, и им проход запрещен. Аэропорт Гомель приобретает популярность среди европейских авиакомпаний. Интерес к воздушной гавани вырос после закрытия авиасообщения между Россией и Украиной. Компании, осуществляющие перевозки пассажиров между государствами, нашли выход в Гомеле. Он ближе всех городов, находится к границам двух государств. Схемой уже воспользовались авиакомпании из Австрии, Германии, Мальты, Катара, Сербии, Словении. По сравнению с ноябрем прошлого года, число принятых в Гомеле чартеров в этом месяце увеличилось почти в 10 раз. В основном это небольшие воздушные суда с 5-6 пассажирами на борту. Нам выгодны, конечно, такие полеты. Мы их обслуживаем, естественно, они платят нам деньги. В первую очередь, они нам производят оплату за такую услугу, как называется взлет-посадка. Ну и обслуживание пассажиров. Если запросят они еще какие-то услуги, то есть заправку топлива мы тоже осуществляем. За это берем тоже дополнительные деньги. Покупки с выгодой. Сегодня в торговой сети Минской области единый день скидок. Снижение цены изготовителями и торговых надбавок магазинами привлекли покупателей во всех районных центрах региона. А уже на следующей неделе в Минской области начнутся предновогодние ярмарки. В планах проведения порядка 1000 распродаж, акций, выставок, дегустации. Самые креативные и эрудированные. В Гродно определили победителей областного конкурса «Студент года». Финальная битва оказалась исключительно женской. Будущие художник, экономист и врач, кто из них получил желанный титул, знает Юрий Корнилович.
Мы готовимся очень серьезно, с утра до ночи мы репетируем, что-то придумываем. К выступлению Настю готовили без преувеличения всем университетам. Чтобы удивить жюри, придумали настоящее шоу. В номере объединили и вокал, и живопись, и танцевальные па. Да и настраивают девушку исключительно на победу. Будут рисовать планету, получается, драм, коллажи, ну, все наши достопримечательности нашего города. И потом соединят это все вместе, и получится одна красивая, очень цельная картина. Живописью Настя увлеклась еще в школе, а поступив на факультет искусств и дизайн, с головой окунулась в мир творчества. Ни один конкурс, ни один проект в родной альма-матер не проходит без ее участия. Талантливая студентка поет, танцует, участвует в благотворительных акциях. Поэтому отстаивать честь своего вуза в областном этапе республиканского конкурса «Студент года» доверили именно ей. Этот конкурс – это какая-то ступень, где я могу проявить себя, показать все, что я умею. Но соперники так просто сдаваться не собирались. Хотя конкурс и получился исключительно женским, все три гродненских вуза представляли девушки, но от этого не стал менее зрелищным. К примеру, представительница аграрного университета совместила, казалось бы, несовместимые вещи – профессиональные современные танцы и не менее профессиональную научную деятельность. Я вообще живу танцами, поэтому я представлю жюри свой позитив в танце. Медики же сделали ставку на социальные проекты. Моя основная мысль – это пропаганда здорового образа жизни. Мы информировали большое количество учеников школ, гимназий, лицеев города Гродно именно о профилактике наркомании. Все эти конкурсы, они помогают раскрыть студентов, показать их творческий потенциал. С заданиями справились все участницы, но все же более убедительной оказалась Анастасия Овсеичек из Купаловского университета. Студентка, спортсменка и просто красавица не будет представлять Гродненщину в финале республиканского конкурса «Студент года в Беларуси» в Минске. Юрий Корнилович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродно. И последнее. В Петербурге показали мамонта, которому 38 тысяч лет. В зоологическом музее на несколько дней открыли для публики новый экспонат. Останки мамонта обнаружили 3 года назад на Таймыре. Исследователи полагают, что мамонт жил 38 тысяч лет назад, ему было около 16 лет и весил он почти 2,5 тонны. На этом выпуск завершен. Далее спортивное обозрение. Всего доброго.